20 лет на благо жителей Подмосковья. Московская областная дума отметила юбилей. Торжественное мероприятие прошло в правительстве области, где депутатов поздравил глава региона Андрей Воробьев. Знака губернатора за вклад в развитие Подмосковья удостоился председатель областной думы Игорь Брынцалов. Отмечали еще одно знаковое событие для всей страны – 20-летие Российской Конституции. Хочу сегодня сказать добрые, теплые, заслуженные слова в адрес всего депутатского корпуса за ту большую работу, участие, вовлеченность наших коллег, которые реализуются весь этот период. За это время в Государственную Думу было направлено 196 инициатив от депутатов Мособлдумы. Около 30 приняты в виде законов. 3334 закона Московской области приняты. И многие вопросы и законы обменивались с нашими коллегами из других регионов. Они брали за основу наше законодательство и продвигали свое. Во многих регионах взят за основу наш регламент Московской областной Думы. Работа народных избранников во многом связана с общением с жителями. Именно депутаты лоббируют их интересы на высшем уровне и помогают муниципальным образованиям развиваться. Наш депутат Иванов Александр Алексеевич не просто депутат областной думы, а возглавляет бюджетную комиссию, одну из самых немаловажных комиссий. И мы чувствуем его помощь, за что я хочу поблагодарить, тоже поздравить с 20-летием областной думы. И надо сказать, что мы работаем в тесном контакте. У нас очень тесные связи. И тесные связи, в первую очередь, с главами, конечно же. И те вопросы, с которыми они ко мне обращаются, если требуется для этого помощь, конечно, мы решаем вместе, совместно. Сейчас у депутатов большие планы – работа с наказами жителей, полученными во время предвыборной кампании губернатора.